И в городе многие считают, что студенты МГУ общаются именно так. Привет, Рауль! Привет! Ты заказал тебя фирма еще в прошлом году! Какой молодец! На самом деле это выглядит так. Очень жестко вчера накидали. Батя, так пати. Слушай, а что за повод был? Я тебе фирму доказал. Какой красавчик. Друзья, на улице ноябрь, а уже минус 30, это где такое видно, а людям хочется прямо тепла. В связи с этим мы позвали известного метеоролога из Бердска Михана. Михан, скажи, когда будет жара? Прямо сейчас! Уважаемые пассажиры, а мы входим в зону турбулентности. Просьба пристегнуть ваши ремни безопасности. Извините, а что такое турбулентность? Вы что, не знаете, что такое турбулентность? Не знаю. Или помогите, пожалуйста. Турбулентность, это когда тебя из стороны в сторону шатает, колбас! Вы не можете держаться в кресле сиденья, потому что у вас носит встречными потоками воздуха! Спасибо, Игорь. Ну что, вы поняли? Йод, ты чуть не убили меня, а у меня еще секса не было. Вы не знаете, что такое секс? Игорь, помогите, пожалуйста. Друзья, представьте, самое популярное реалити-шоу 13 века. Доктор, на самом деле нет. Мне кажется, что за мной постоянно кто-то ходит. За вами человек? Нет, никого нет. Вы видели? Вы точно видели? Кажется, я схожу с ума. Помаленечку. Ну, знаете, доктор, это не единственная проблема. Порой я не контролирую свое тело. Понимаете, у вас не может быть никаких проблем, потому что вы человек, который управляет обычной плюшевой игрушкой. Это кто еще у нас игрушка? Вы, марионетка современного общества, купите средники, чтобы мы их... Стойте! Я вызываю полицию. Тихо, никакой полиции. Ты вообще крейзи. Don't aggressive.
клип не вывести. Мы все живем в общежитиях, бок о бок друг с другом. О, кстати, я там носки постирал, не проверил, высохли, нет? Ну ты дурак, нет. А у меня твои носки трогать. Трусы сухие. Люди напротив, спасибо!